Стамбуле пройдет массовый митинг «Демократия и мученики» в знак победы над попыткой переворота, предпринятой в ночь на 16 июля. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, и более 2000 получили ранения. На площади Еникапы, а именно здесь состоится мероприятие, соберутся лидеры правящей партии «Справедливости и развития», оппозиционной республиканской народной партии, ультраправой партии, националистического движения. Ожидается присутствие около 3,5 миллионов человек.